лезть под Avalanche, лезть под всю эту грязь и при этом уже успешно драться. Да, Лайфстиллер в этом плане очень неплох, но а Лайфстиллер... таких героев редко можно встретить, как бы если брать из всех, то он действительно очень ранний такой опасный тип. Ну, в сочетании с саппортами, такой как Винга, в принципе, еще это и минус армор неплохой в начале. Так что проблема у него тут вообще радость. Только в том, что когда он, ну, подрубает рейдж, ему надо бить. Если он не будет бить во время рейджа, если ему не дадут кого-то там скушать, то все, потом он становится уже не таким жестким. И его можно тупо кайтить. Его во время рейджа будут кайтить, стараться. А после рейджа его даже могут и убивать. Вот так, ФНГ тут у нас расхаживает. Что он сделал? Просто бегал тут? Ну, он с ботинком такой, знаешь, якобы получается какой-то будет сейчас экшен устраивать. Помогать хотя бы в дабле до Кафобуса, вот уже на факин Мэда напали немного. Но вообще саппортищий гирокоптер, это предполагает, что он будет иметь Rocket Barrage, иметь ракетку. Фармить ему флаг кэнноном ни к чему. Фармить тут будет Тайтхантер. Так, уже а стрела. Вот это уже неприятно. Это похоже на First Blood. Здесь очень неплохо наваливает ФНГ в ответ, но, естественно, убить он не успевает. И вот тебе Найт Мараро. То есть тут уже ничего не сделаешь, если рядом нет тиммейта в миде. Больно. У Года блинк имеется. Год дерется до последнего и отблинковывается, восстанавливается с фласки. Вот, у ребят итальянц есть неплохой керри в виде Тини и такой сэми-керри в виде Мираны. То есть у них даже такого явно выраженного-то мидера, у них вообще нет мидера фактически. У них есть керри и сэми-керри. Мирана, она будет очень неплохо вносить дэмэдж магический, в перспективе там физ какой-то дэмэдж будет вносить. Ну и, конечно же, ее вот этот ультимейт противный, который будет давать возможность всяко-разно маневрировать и гангать. Вот ФНГ опять попадает под Найт Мараро, камбуля. Оставил. Ну и считай, за пятибалльную стрелу его и разобрали, он шевельнуться не успел. Ну, 129 голды. Ну вот, блин, это, конечно, совсем... Ты совсем горишь тухло. Уже второй день. Вот, я не знаю, я буду гореть, походу, весь этот пальм. Ну, блин, 129 голды, что, серьезно? Боже мой, она за двух крипов больше получила. Что за бред? Ну, опять просто... года в миде немного насилует, все еще пока впивается фласками. Но при этом сам много урона соперника нанести пока не может, но и по фарму более-менее пока держится. Даже больше, чем Тинь имеет крипста, так что это неплохо уже для команды Virtus.pro. Ну и экспы, соответственно, он получает побольше. Лайфстиллер или Дан, тут к нему вообще никаких претензий нет. У него вообще фрифарм, он будет себе фармить до тех пор, пока не выфармит что-то, что ему позволит уже еще и гангать. Уходить в инфест-бомбе с кем-то там и идти убивать. Соответственно, без мастера тут, ну, честно говоря, дела так себе. Крипов ему вообще не достается, в XP тоже достаточно обделенно себя чувствует. Он может быть какие-то стаки в лесу, или вот, допустим, кабанчиком идти стакать эйншентов. Это его сейчас задача. Он, кстати, уже начал ее делать. Ну да, эйншенты для не будут лишними. Кстати, эншенты не будут лишними и для одних, и для других. Так, а тем временем... Ну, там, топе... пока кабан шел, пришел Элидан, все просто open wounds, рядом Винга, и до свидания. Как-то не рассчитал немного Адмирал Бульдог, что все-таки его так быстро могут на линии забрать. Ну, немножко денег, это, опять же, для Лайфстиллера. Первый килл для него, и первый килл для команды Virtus.pro. Да, опять же... Опять же, не супер много. Наверное, хуже умирать, не то, что ты там отдаешь кому-то фраг, а то, что ты сам теряешь деньги. Так, тут у нас битва за руну, да. Ну, битва там Аки вроде как находился, хотел свой ботл пополнить, в итоге ни ботл не пополнил и умер вдобавок. Тут, опять же, уже себя проявляет ФНГ. Первый килл такой, в котором он поучаствовал. Сразу Avalanche тост на Года. Ну, будут тут, конечно, Года напрягать, хотя при всем том, что его вроде как должны напрягать, а крипсат у него очень хороший. Снизу опять на Фобоса нападение, ну, Фобоса там опять... Бейн все никак не даст ему покоя, вообще как бы тут не находился. Далеко, недалеко, как бы стрела все равно в тебя может прилететь в любой момент вместе с Найтмэром. Да, тут уже фейзы есть, Мирана не только... Да, но и Starfall третьего левела тоже урон. Очень много дэмэджа, поэтому Тайтхантеру теперь на этой линии вообще вопрос, имеет ли смысл стоять. Может быть, ему лучше уж просто тупо стакать эншентов и просто подходить на экспо, вот как сейчас. Пока
крипы под тауэром, подходишь на экспу. Как только крипы уходят, ты идешь тупо стакаешь эншентов и вообще не высовываешься. Вот, походу, Фобос решил, что именно так и надо делать. Побежал там куда-то. Ну, сейчас, конечно, до эншентов стака еще прилично. Ну, может быть, он что-то другое для себя придумает. У Бисмастера тоже ситуация не самая приятная. Он пытается кабаном там как-то крипов... Да, кстати... Ну, он их заманил еще топорами, получается, да, и кабаном. А тычку сделать? Тычку еще одну? Вот, да. Так, а тут у нас на топ-руне Факин Меда пытается взять. Но тут есть инвиз уже от Мираны, ФНГ под Найтмаром. Эваленч Тос. Давай, до свидания, ФНГ. Больно, ну и толпой тут его забрали. Не так много денег опять же получает, но все же какой-то приятно. Знаешь, очень разгульный образ Артем. Сейчас такой по всем линиям вроде ходит, что-то где-то пытается быть полезным, но пока как-то не особо получается. Ну, кстати, да. Все равно он флэг-кэнон вкачал. Не ракетки, а флэг-кэнон. Это, кстати, очень интересно, потому что, ну, смысл от флэг-кэнона, наверное, вообще он просто-напросто отсутствует. Уж лучше вообще ракеты максить. Этот Хомин Миссал, он очень сильный, если его промаксить, то для убийства этой ракеты нужно слишком много тычек делать, то есть ты ее вообще никак не сломаешь, а она хреначит 500 урона. 500, боже мой. И 11 секунд кулдауна. То есть если ты за замес две такие ракеты запустишь в кого-то, то твоя миссия выполнена. Просто царь. Но флэг-кэнон это ближе такой, знаешь, к лейту, что ли, полезная такая вещь, когда ты уже же... раздаешь урона. Тебе главное, чтобы рейнджа была, вот и все. Так, Факин Мэтт, тут он тоже решил руну законтролить, ай-яй-яй, тут еще его отпустят, нет, забирает на себя Найтмар и все четко. Так, тут, походу, еще будут пытаться в ответ что-то сделать, арпу пролетает. Курьер как-то залудился, мне кажется, 1500, в нем рецепт Мидаса был. Что неприятно, конечно, еще 3 минуты без Мидаса быть, года тоже ловит в дальнейшем в лесу. Бе. Ну, как-то совсем заблудились. И тауэр, и крип курьера забрали, так еще и отваливается Queen of Pain. Совсем не прям Avalanche, Toss, FNG получает очень много урона, и с руки вот буквально можно заточковать. Есть еще один килл. Аки везде успевает, и на одной части карты, и на другой части карты. Игра у нас уже начинает набирать обороты, 400 голды вот после вот этого момента. Одному там 90, второму 308, нормально. 400 голды. Ну, а Мирана тем временем пайкат ничего не делает. Ну, как сказать, он погангал на линии. Теперь выформил что-то там, занимая первую позицию по нетворсу. Начинает бегать. Он уже 7-й левел, соответственно, это его ульт тоже полезная вещица. Ну, в миде тоже мы видим, что опять происходило с годом. Выжил он чудом, сделал блинк и отпивается ботлом. Да, буквально еще один левел апнуть и уже... Акаша выживать не будет. Там буквально не хватило одного левела Эвеленча. Лайфстиллер, две перчатки. Там рецепт Мидаса, да, был его в курьере. Да, его Мидас. Это, конечно, печально. То есть он хотел обузнуть ботл, судя по всему, год. И в итоге и ботл не обузнул, и курьера отдал. Пита полная. И лайфстиллер без Мидаса бегает уже 8-я минута. Не очень доволен, конечно, происходящим сейчас Иллидан. Ну, ничего не поделаешь. Что уж там. Не, ну на самом деле курьера туда было завозить очень как-то так. Ну, типа, они шли и так за командой Alliance слишком глубоко, как бы чуть ли не в их вражеский лес. И там мидл вроде где-то рядом, курьер там так, знаешь, без присмотра гулял. Ну, это типа совсем. Не уследили, мне кажется, просто ВП, так бы они не могли, ну, вряд ли бы стали так делать нарочно. Просто не уследили. Ну да. Курьер еще по такой траектории возвращался, но могли бы его спасти, если бы просто его чуть развернули бы на 180 градусов. Ну вот, кстати, по поводу флэка, ФНГ прокачал. Ну вот, может быть, разве только против сумонов Бистмастера, чтобы их он убивал своим флэг-кэноном. Ну, по сути, если он его промаксит, у него будет там 6 тычек с его там уроном. Ну, где-то, может быть, он дэмэджа 80 доберет себе. И, в принципе, там ульта... плюс какой-то, может быть, от тиммейтов АОЕ дэмэдж и флаг кэнон, и сумоны все вроде как и должны посыпаться. Хотя, если так посмотреть, там Ravage, Sonic Wave, Скримы, Вейвы от Винги, то есть, по идее, эти сумоны, они развалятся просто не в мгновение. Так от этого. А вот стана бы лишнего не помешало. Да, а вот стан, причем там еще и такой дэмэдж адский, помимо стана, он бы явно лишний не имел. Да, я все же считаю, что ФНГ тут ерундой страдает, и сам себя перехитрил в этом муве. То есть, ну, если брать АОЕ дэмэдж, то его достаточно у остальных. От тебя, у тебя есть то, что нет у других.
Так, хотят взять у нас Бэйна. Ну, под смоками, конечно, вот это вот втроем пришли, убили одного Бэйна. Это не супер круто, но убили. Вот так вот. Бестмастер в топе уже почти шестой поднял, Тедхантера почти... А, нет, даже не почти, а уже седьмой. И вот ему надо сейчас как-то на эншентах... А, сентри там стоят, то есть эншентов он и не постакает. Да, неприятно. Там сентри стоят, а вот в сентри нету команды Alliance на эншентах, и там еще новый спаун появляется. А сами они стакают. Огромный спаун. Да. Так, Бестмастер на топе, нападает на лайфстиллера, через ультимейт прилетает еще и Ару, и изи килл. Тиммейты не успели подтянуться, помочь. Хотя Винга была шестого, была бы она рядом, успела бы хотя бы свапнуть. А там году буквально году... Или да, ну хотя бы на секунду раздуплиться, юзнуть ульту и выжить. Хотя бы на долю секунды. И Тайдуха недоволен. Эншенты забанены, он там... Да, ему бы блинкдаггер скорее, естественно. Да, сейчас бы блинкдаггер. А Роу пролетает мимо. Вингину попадает прямо Году в кабину. Года свапает, успеет ли отблинковаться. Ух ты ж, посмотри, совсем чуть-чуть не хватило его убить. Но спириты, шарики спириты, летают. Спириты, еще... спириты, еще один. Ах, последним. Последним шариком ударил по голове. И как раз на последней секунде то, что они улетели уже с релокейта. Неприятно. Тайдхантер хотят взять Аки. Ну, вот ФНГ Аки тоже пока бежит. Попробуй догони. Он еще сейчас тизернется, да, вот что он, в принципе, и сделал. Его никак тут не удалось забрать. В лесу во вражеском пайка дает стрелу по Фобусу. Там залетает на ФНГ. ФНГ с прокаста забирает. Теперь переключается на Кафобуса. ДК Фобус пытается убежать, но куда ты тут денешься? Тос через 3 секунды. Рядом уже Висп. Спиритов куча. Дэмэджа много. Последний тос Килмирани даже достается пайкату. А он все же здесь... Как такой, в семи керри выступает. Для него Миранка... эти киллы очень важные. Не знаю, я бы хотел увидеть Миранку с диффузами мантой. Мне кажется, это будет очень-очень такая нормальная прижигающая Мирана. Ну, она, скорее всего, сделает все барабаны для начала, да? Как пойдет. Так, и тут свап в миде. Лодо. Лодо забрасывает эвеленчем. Больше ничего пока не могут сделать ребята из команды Virtus.pro. Лилу досталось немножко от факин меда. Пару там троек. Сотен дэмэджа с брейнсапа. И стрела такая могла быть красивая, но слишком открытый ее давал пайкат, поэтому и видел все прекрасно лил. Да, на такие стрелы, конечно, попадать нельзя. Факи Мэтт с брейнсапом на Иллидана. Вполне возможно, зайдут сейчас, если будет нормально... не только с брейнсапом, я имею в виду с финскрипом. Он заходит, обходит его, может найти. Рядом уже Адмирал Бульдог. Явно изъявляет желание что-то с ним. Ну и тут еще даже вот так вот приходит Тини, забирает его окончательно. Добить вражеского Кири, ресурсы тратить, естественно, не нужно, жалеть не надо, да, и поэтому все шикарно. Все делают пока четко итальянцы, показывают, что вот они готовы. Даже если им банят Фуриона, даже если им банят Лондруида, есть еще куча других героев, которыми они отыгрывают. И как мы видим, отыгрывают они очень качественно. Virtus.pro очень потерянные. Вот этот лайфстиллер, который должен доминировать на вот как раз вот этой стадии, где-то вот ближе к 15 минуте, он должен начинать что-то делать, а он, судя по всему, ничего не начнет делать. Но он только мидас получил. Его на самом деле этим мидасом очень серьезно отсрочили появление его следующих итемов. Да. На бот перемещается лайфстиллер, здесь вся его команда, я так понимаю, Т1 собирается осаждать. Причем основательно. У вышки пол хп. К ней может все-таки кто-то прилететь, команда Alliance тут может, в принципе, заявить свои желания, но решили пойти другим путем. Можно ведь и в миде тоже вышки показать. Лода тем временем уже с Аганимом. Это, напомню вам, друзья, 13 минута матча. Он уже с Аганимом. И вот под оверпчара, под оверповером от виспа сейчас они так нормально, оверчаржем имею в виду, нормально так они вышку разбирают. Т2 в миде уже фактически уничтожили. Virtus.pro только успели вышку на боте забрать. А здесь уже МТ2 уничтожают. Тос, табр в минус. Успел только ДКФобус плюнуть сейчас в лоду. Там уже пошел инвиз, дали просвет. Бэйн рядом, брейнсап. Сюда залетает и щекот вместе с Уфтыш и Лиданом. И Лидан ушел в рейдж, года уже уничтожили. Релокейт ушел, эвакуировались ребят с команды Alliance. А вот не говорил то же самое про Лидана. Сзади оказался пайкат, а здесь еще Адмирал Бульдог. Они как раз с кор-героем ВПМ с Лиданом разобрались. Очень серьезно. Пошла Равага. Адмирал Бульдог. Стрела залетает от пайката.
Да, ну хоть какие-то фраги пытаются здесь делать, но на самом деле теряет всех своих кор-персонажей и слишком сильно фидит кор-персонажей команды Альянс. Поэтому, ну, вроде как бы Бестмастер, он тоже неплох, но на фоне того, что потеряли ребятки из ВП и дали ребятам из Альянса, это все вообще ерунда. И тут уже Майлштормы пошли, барабан и Майлшторм у Мираны за 14 минут, и Аганим плюс 1600 голды имеет товарищ Тини. Ну, пока я думаю, что успокоится, у нас пока есть время, может быть, что-то даже такое обсудить. Знаешь же, что выдали инвайты, мне прям, ну, не знаю, у меня прям в некоторых моментах есть определенные споры в плане выданным командам. Изначально, как бы, все было спорно, ну... Спорно, вот, но я считаю, все равно, конечно, справедливо всем выдали так, но Virtus.pro тоже заслужили его. С начала года много где они себя показали в таком составе, поэтому и получили инвайт. Да. Могли бы сделать так, чтобы было больше слотов через квалификацию, но Valve решили все же раздать инвайты и слоты на квалах оставить такими же. Ну, теперь ответный смок, контр-смок от команды Alliance. Я так понимаю, сейчас на расслабоне ВП себя чувствует, и тут уже прилетает на ФНГ, Пайка отдает. Ну, господи, все, выдали плюс кулдан, конечно, ФНГ задал. Стрела летит мимо от Пайка, тубит Лила, врывает стайдхантер, танкхантер. Нет рэвиджа, Sonic Wave, уже забрали Бестмастера, Адмирал Бульдог в минусе, Иллидан в финскрипе, его замочил просто Лода. Его взял и замочил. Да, и дали уже еще... кос, летим-летим, рейнсапим, минус Лил. Это еще Тетра Тауэр целый, а они уже по Тетри Тауэром. Что-то Пайкат как-то прицел сбился у него на стрелу, уже вторая стрела подряд летит год, мимо. Агрит на себя. Давайте, давайте, ребята, по Тетри Тауэр. Там еще и Т4 Тауэра есть, еще фонтан есть, давайте. Есть куда бежать. Ну. Ну, честно говоря, остановить Тини, который Агани получил на 13-й минуте матча, будет очень сложно. Обратите внимание на графики, как они выглядят. Обратите внимание вообще, по каким итамам, что там у нас есть у кого. Мирана с Мейлштормом, Тини с Аганимом, Бестмастер с Некрами второго левела. Ну и Мекку еще готовит при этом Висп. Команда Virtus.pro. Медальку Герокоптера, Мидасу Лайфстиллера, Queen of Pain. Так, Смул Талисманом. Ну и Стафом в стэше. Тайтхантер. К сожалению, о Блинкдаггере пока речи не идет. Винга и саппорт. Что там с нее возьмешь? А ведь серьезно, Блинкдаггеру Тайтхантер отложили. Сейчас у нее всего лишь 1000 наличка. И под смоком сейчас находятся игроки Virtus.pro и готовы показать уже что-то команде Alliance. Немного рискованно, но они подождали, как Дрэвидж Тайтхантер откатится. И сейчас готовы выйти в бой. Камбэкать-то особо нечем. Даже... Ну, если они выиграют там как-то файт, ну, посмотри на Лайфстиллера. Но он и так гораздо слабее, как Керри Тини. Он в разы слабее Тини. Он даже сейчас, вот посмотреть, даже если он себе что-то нафармит, кого он сможет быстро убить? Мирану? Нет, там есть Лип. Тини, конечно же, не сможет, потому что там есть Висп, который засейвит. Остаются единственные всякие Бэйны, всякие Бестмастеры, но и те тоже со своими ультимейтами Лайфстиллеру много всего нехорошего делают. Вот, казалось бы, ну, ФНГ очень четко перепикал своего противника, вроде как отдал им этого Тини, взял Тайда, но на стадии лайнингов настолько все было, на стадии лайнинга настолько все было хреново, что сейчас уже все как бы где-то как вот в случае с Кири Баланаром. Тут тоже начало, если проигрывает, то потом он уже не возвращается в игру с Лейстиллером. Примерно та же история. Он в разы слабее практически, ну, что Мираны, что Тини в лейте. А если посмотреть на его нетворс, то там 5000, ну, блин, в два раза меньше, чем у Тини. Это в полтора раза меньше, чем у Мираны. Это все. Так, ну, в любом случае, Virtus.pro не сдаются, играют до конца. Рошана они здесь запиливают толпой. Релокейт. Аро полетел, Фобоса тут Рошан добивает. Очень хорошо тут получилось ребятам прийти и отбить Рошана. Убивают Иллидана. Свап, попытка его засейвить, ну, естественно, ни к чему не приводит. И ГГ, конечно же, пишет. Ну, это была последняя надежда, последний шанс хоть как-то что-то сделать и вернуться в игру. Но Альянс все поняли и не допустили. Браво. Больше всего печали, что матч закончился на 16-й минуте. Ровно столько же где-то у нас будет перерыв. Тот момент, когда игра была чуть ли как перерыв между матчами.